Книга «Открытым оком». Тема «Ереси секты». Вопрос 428. Как воспринимать благую весть от свидетелей Иеговы? Отвечает Игнат Тихонович Лапкин. От еретиков не может быть благой вести. У них есть только искажение и ересь. Еговисты – это не свидетели Иеговы, а лжесвидетели от имени Иеговы. Истинные свидетели Иеговы – только православные христиане, которые несут благую, неповрежденную вымыслами весть о распятом и воскресшем Богочеловеке Иисусе Христе, рожденном от пресной Девы Марии. Нужно хорошо знать православное толкование Писания, и тогда никаких хитросплетений дьявола через еретиков не коснутся нас. Хотя бы они говорили ничто правильное, но от тех, кто не признает святую, нераздельную и единосущную Троицу, не следует принимать ничего, но бежать от них рекомендуется, как от лица змея. У еретика все повреждено, и они действуют хитро и нагло, выдавая себя за церковь. От них никогда не узнаешь, когда они возникли и верили кто, так как во все 20 веков, как они ныне. Они все о себе скрывают, шурша, как змеи в траве. Деяния, 16 глава, 18 стих. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. 2 Петра, 2 глава, 18 стих. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении». 2 Тимофея, 2 глава, 16 стих. «А непотребного пустословию удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Тимофея, 1 глава, 10 стих. «Ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных. Тимофея 3 глава 10 стих. Еретика после 1 и 2 вразумления отвращайся.